интернете ходит шутка о том, что не стоит бояться конца света 21 декабря, так как 22 будет день энергетика, и энергетики все включат обратно. Коллеги, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем энергетика. Огромное спасибо всем, кто в последние годы остался верен профессии, своим родным предприятиям. Желаю всем вам, чтобы новая эпоха по календарю мая, которая уже наступила, в Беларуси стала эпохой возрождения белорусской энергосистемы. Чтобы кардинально вырос уровень оценки всего, что вы делаете для Беларуси и ее людей. Чтобы вместе с этим кардинально выросла уровень вашего благосостояния и благополучия. А поднявшись высоко, приподнялась еще чуть-чуть выше и оставалась такой же стабильной, как частота в нашей белорусской энергосистеме. С наступающим Рождеством! С Новым Годом! Счастья, здоровья! Продолжайте дарить нам свет и тепло! За вас! Спасибо!